Росавиация в целом довольна новыми мерами безопасности в аэропортах Египта, но есть и замечания об этом, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. Он рассказал, что российская комиссия побывала в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе и подготовила отчет для египетских коллег. Они должны учесть пожелания экспертов. Однако, по словам Нерадько, ждать восстановления авиасообщения между Россией и Египтом до конца 2016 года не стоит. Ведь внедрение новой системы повышения безопасности обойдется недешево для бюджета, и реализовать этот проект быстро власти страны просто